Тут, походу, цветочки у нас расцвели, бархатцы называются. Вот такие клумбочки две здесь более-менее образовались у нас. И рябина прям хорошая. Одну кто-то обобрал. Клубничка скоро будет новенькая. Это долгоиграющая клубника здесь. Это на днях здесь кто-то посадил. Гладиолусы, что ли. Люди сами делают чуть-чуть. Администрация здесь только вот такой бардак развела. И все. Вот эти вот 70 с лишним кустов были выпилены. Здесь так четко было. А они снова разрослись. Вместо этого они насадили вон тех кустиков маленьких. Вот они. Вот они. Вот этих маленьких кустиков. Вот этих вот. Вот. Вот этих вот. А эти победили все. Всех кусти. Все кустики победили. Вот они. Ранеточки маленькие. И снова всем здравствуйте. Иду голосовать. Время 17:20 где-то. 17:21 поди. Жена там впереди, где-то у меня летит пулей. Сейчас придем, посмотрим, что там. Что-то плохо мне сегодня. 19 число. Ну, увидите все. Моя бабушка тянет. Лыж не хватает. А если бы лыжи были, бы она уже отголосовала. Все, я сдох. Че, все? И сдох. Я только сейчас это сказал. Скарлатина задавила. Ну, что-то быстро начал собираться. И все, я задавил, глянина. И водички не взяла. Взял я водички, вот она. Надо? Пересыхает все в лодке. Бери. Потом маленько сюда идем. Куда-нибудь там пригвоздиться. Избирательные участки номер 677, 678 и 1742. Твой какой избирательный участок? Знаешь? 17:42. А, ну да. 17:42. Лишь бы не на третьем этаже. А то не поднимусь. Фух. Вот сюда нам надо заходить. Куда? А вон, видишь, написано. Ну да. 42. О, на первом этаже, что ли? Там? А там номер 678. А что тут 17:42? Что, в подвале, что ли, в каком? Знаем, людей сколько голосует. А? Людей еще сколько голосует. Ага. Вот стрелочка показывает, туда надо идти. Фу. Здравствуйте. Здравствуйте. Не надо мне ничего. Здравствуйте, как вас зовут? А? Адрес: железный шкаф, за железным шкафом первая женщина съедет. Ага. За железным шкафом сказали. Ты что, один на 6 домов? Нет, почему? Да-да. Это все мне, да? А что, так много? 4. Сейчас распишемся. Каждому по 4. Вы вместе? Да-да-да. Чтобы мне сразу тогда дать. Все, да, готово? Нет, еще нет. Что? У вас нет стульчика, нигде присесть. Есть стульчик. Вот. Я не дошла к вам. Дай водичку, скажи.
Вот, супер. Видишь? Светлана Юрьевна. Заказ на они же когда поэтому, да, голосуют, они там разные. Анатолий Николаевич, ручку возьмите. Да у меня есть ручка. Есть? Тогда хорошо. Вот здесь распишитесь вы. Не переворачивай, прямо так. А что пьешь ногами-то? Ну, а так, потому я... что сколько же мы будем так переворачивать? Да все ну, же так расписываются. Ну, как-то не по-человечески. Давайте развернем. Давайте развернем. Ну, трудно. Там сразу на деньги, я тоже расходился. Да тебя уже нашли рядом. Вот тут, да? Да, тут. И тут? И вот тут. Угу. Ну, сразу для него оно пусть расписывается. Все, опять мне да, сюда. Подожди. Еще. Ну, ё-моё. Вам тоже надо стучить? Не, я так постою, выдержу. Ух, это вы далеко от нашего дома. Все, паспорт убирает. Да, можете убирать так паспорт. Все, да? Подожди, еще раз. Да ёкалы мэны. Давайте смотрите. Анатолий Николаевич. Рядышком, да? Рядышком. Бабушка рядышком с дедушкой. Да. Правильно, так и должно быть. А, еще? Минуточку, подождите. А вон там тоже есть стульчики. Можете понять. Один, два, три, четыре. Все, это пошел, два. Да? Да. Первый пошел. В любую заходить, да? В любую, да, да. Ё-моё. А тут ручек пропасть целая. Тут ручек целая пропасть. Не надо мне свою дать. Я сяду, буду читать. Сядь, читай. ЛДПР, коммунистическая... Я что буду читать? Я за КПРФ поставлю за сюда и все. Не забудь это. Знаешь, все. Я все написала, да. Ну давай, пошли. Подожди. А что еще ждать? Вот так сейчас сверну. Парочки возьму. А этот-то не забудь, чехол свой. Все, я пошел. Складываюсь. О, Господи. В любую кидать, да? Все, мой выбор сделан. Бабушкин выбор тоже сделан. Бультых. Все. Бабушка, бультых. Сколько много народ сидит. Два человека, три человека без намордников. Молодцы. Ну все, до свидания. Да маски мы не носим. Да их никто не носит. Почему? Маски, ну как? Я говорю, не носим. Ну все, ребята, демократы. Выбор сделан. Ну, посмотрим, что будет завтра с утреца, вернее, сегодня после 12. Начнут все каналы трещать, что все победило ядро. Да оно и так победит. Это так. Выборы без выборов. Вон там где-то бабушка у меня тянет. Намордники мы не одевали. Ни один, ни второй. Они нам ни к чему. Человека 4 всего видел, без намордника сидят. Остальные все эти тряпки на рыло натянули. И след своими соплями булькают. Вот так примерно. Всем пока, до свидания. Победа будет за нами. Может быть. Говори, бабуся. Ну, сходила, проголосовала. Люди идут на избирательные участки сегодня с семьями. И все, считай, после 5 часов. Это очень хорошо.
Может быть, что-то в стране когда-то изменится. Народ, наверное, начал просыпаться. Пусть мы старые, может быть, что-то мы недопонимаем, но власть должна быть нормальной властью. Сколько можно терпеть весь беспредел? Голосуйте, люди. Голосуйте, кто как может, но не за Единую Россию.